Итак, срочная новость. В Химках горит крупное офисное здание. В подмосковных Химках загорелось офисное здание. Информация о пожаре поступила в пятницу утром. Загорелась кровля трехэтажного офисного строения на Ватушинском шоссе. Как видим на кадрах, пламя охватило кровлю трехэтажного здания. Площадь пожара уже достигла 2000 квадратных метров. Ему присвоили повышенный ранг опасности. Второй. По предварительным данным, никто не пострадал. В 9 часов 17 минут по московскому времени пожар локализовали. Позднее спасатели сказали, что частично обрушился металлический каркас здания. Мы будем следить за новостями, будьте с нами. Всего доброго и до новых встреч!